пару слов про наше предприятие. Литейный пристав «Газовый сигнал» находится в городе Красноярске. Представляет собой предприятие глубокой переработки алюминия. Мы заготовки до конечной продукции. Архитектурные профили для светопрозрачных конструкций, фасада, а также для других областей, таких как железнодорожный транспорт, и в последнее время у нас будут столы для солнечных электростанций. Значит, на экране вы можете видеть наше оборудование, то есть печь для получения алюминия, заготовок для прессования. То есть весь спектр вплоть до линии покраски порошковыми красками. Значит, из архитектурных систем СИАЛ, это порядка 30 систем светопрозрачных конструкций, таких как холодные, теплые, противопожарные, системы ламелий, фасадных систем, а также системы навесных вентилированных фасадов. В настоящее время у нас их порядка 10. Значит, системы вентилированных фасадов с разными видами облицовки, композит, керамогранит, алюминиевые профили, цементные плиты, натуральные камни, керамогранит. Значит, я остановлюсь на нашей системе. Это система облицовки алюминиевым профилем, либо еще как это называется сайдинг. Значит, различаются два способа облицовки, так называемый классический, где используется профиль от 120 до 240 мм высотой, длиной может быть до 3 метров. И наша новая разработка, которая появилась у нас в 2017 году, так называемый наборный сайдинг. Что это собой представляет? Это набор профилей, 4 профиля облицовочных, которые позволяют набирать любую плоскость. Таким образом, используя покраску всевозможную, можно имитировать, начиная от натурального камня до HPL-панели, гемисильной, фиброцемента, либо композита. То есть карточки могут набираться 600 на 600, 1200, 600, 1200 на 1200. И потом 2 на 3 метра. Таким образом, можем цементировать любую облицовочную материал. На экране можете видеть, вверху расположены показаны 4 профиля, стартовый, финишный и 2 рядовых длиной 200 и 100 мм. Внизу стандартный набор классического сайдинга от 100 от 150 до 140 мм. Значит, в настоящее время сайдинг очень широко распространен в Казахстане. Что касается Казахстана, порядка 60% школ, так называемых Назарбаевских школ, выполнены с применением нашего облицовочного профиля сайдинга. Также данный профиль используется для облицовки медицинских учреждений. То есть данный облицовочный материал может применяться для всех зданий сооружений, без исключения. Для школ, для садиков и для других зданий. На экране с правой стороны вы можете видеть наборный способ облицовки. В настоящий момент еще ведутся монтажные работы. Это жилой комплекс, расположенный в городе Красноярске. Изначально предполагалось применять композитную панель, затем было пересогласовано на данную облицовку. Вы можете видеть под окнами, то есть покрашены в разные цветы, облицовочный профиль. Покраска разные цвета, разные фактуры.
Дальше я покажу способы покраски применения. Значит, данная система очень развитая. Имеется множество процедур, которые позволяют облицовывать здания и по окружности. То есть на экране можете видеть компьютерную напоминающую, которая позволяет выполнить произвольный поворот по любому зданию. Дальше на экране можно видеть способы покраски и текстуры. То есть текстуры могут имитировать разную поверхность, глянцевую или матовую, может окрашивать сайт шагренью, либо имитацией под дерево, возможно, под терракоту, либо цвета. На экране с правой стороны вставлен стенд на московской выставке. Внизу окраска, имитация терракотовой плитки мелкоформатной, то есть 45 мм видимая часть. У нас на стенде на первом этаже, вы можете видеть это. Дальше идет средняя полоса, это имитация под дерево покраска, и выше это наборный сайдинг с фотопечатью. То есть на каждой панели был распечатан определенный участок фотографии, и далее был произведен монтаж и картинки целиком. Дальше на экране вы можете видеть как раз наши объекты, которые в Казахстане и в Ставрополе были выполнены. Область применения всевозможная, можно применять и для внутренних облицовок, и для декоративных элементов, козырьков, колонн. Как вертикальные, так и горизонтальные поверхности. Значит, на данной таблицовке есть все разрешающие документы. Редакционные испытания были проведены в конце 2016 года. Были проведены испытания межэтажного крепления на V-образном кронштейне. Нюанс заключался в том, что межэтажное крепление 4,5 метра. То есть испытания прошли успешно. Наша система может применяться на участках 9-бальных участков. Также имеется коррозионное заключение. Все решающие документы, как свидетельство и пожарные заключения закрытия. На экране еще раз видишь, что данная система, CLPS называется, может применяться на всех зданиях и сооружениях. Если какие-то вопросы есть, вы можете сейчас или подойти на наш стол. Ну да, да, пока мы покажем. Спасибо. Большое спасибо за ваше выступление.